Значит, вот такое у меня кольцо. У меня их 10 штук. 20 сантиметров они высотой. И 1,50 м в диаметре. Диаметр, так сказать, условный, приблизительный. Теоретически получается наружный диаметр у них 1,60 м. В это вот я и уперся. Теоретически я рассуждал, у меня в этой яме было расстояние где-то в среднем, ну, вверху вообще широко, там за 1,60 м, 1,70 м в длину, а посередине где-то 1,53 м. И поэтому мысль была такая, что они без проблем туда заскочат. Вот, а когда, значит, я потом стал уточнять, выяснилось, что попросил с точностью 2 мм, мне сказали 1,61 м наружный диаметр. Поэтому вопрос тогда встал, или резать стенку металлическую в этой металлической моей яме, или обрезать кольца. Что мы сделали? Мы обрезали, вот, вырезали кусок с одного кольца, так, вырезали кусок со второго кольца, так, вырезали их чуть побольше, чем полагается. Теоретически рассуждая, теоретически, что таким образом можно там, как бы сказать, сохранить возможность маневрировать, чтобы у нас вошло следующее кольцо паз в паз. Вот, чтобы там не, как сказать, не уперлось в стенку. Вот, сейчас на практике я смотрю, надо было все-таки не бояться в стенку упереть. Но теперь это уже проехали. То есть, поэтому там лежат, на дне сейчас лежат два таких кольца. Вот, два таких кольца лежат на дне. Так, вот оно дно. И вот оно, и вот они там кольца. Понятно, да? Вот оно, это кольцо там. Значит, кстати, о птичках. Здесь оно у нас даже не вплотную легло. Но там, видите, юбка. Вот что там не дает. Юбка. Там же еще у кольца-то юбка внизу. И эта юбка, видимо, там ниже уперлась. Ну вот я сейчас поеду, говорю, полезу в яму-то и уберу воду, скачаю и посмотрю, насколько, куда и чего мы положили. Вот. Запас, конечно, сделали слишком большой. Особенно вот у этого, у второго. Или сейчас его раздуло. Не знаю, это все надо смотреть. Запас, конечно, у нас получился тут сантиметров по 5 лишнего мы отпилили. Опять с первым кольцом не достарались, с этим перестарались. Да. Ну, теперь уже проехали. Теперь я буду думать, как мне закрыть этот пробел, который там образовался. Ну хорошо. Таким образом, что сейчас нам нужно? Вот уровень воды. Вот это кольцо, в принципе, стоит на уровне воды почти что. Постоянно как бы вот это там уже почернело все. Это как бы вот надо понимать, что грунтовые воды все время вот как бы стоят, за исключением весны. Весной еще хуже. На такой высоте. Поэтому в теории третье кольцо хотелось бы положить наверх этих. Третье кольцо наверх этих. Вписать его, и не хотелось бы уже его резать. Вопрос стоит, или резать третье кольцо, или резать металл. Вот в этом сейчас стоит вопрос. Металл, если я буду резать, мне говорят, что там повалится вот эта земля вся на меня. Вот, в теории, земля-то ладно, если еще песок с водой пойдет, это проблематично. Вот. Или, но резать кольцо третье мне бы не хотелось. Поэтому сейчас я буду думать, как и что, и чего дальше с этим делать. И с этим вот кольцом. А там два уже стоят. Ну вот все, пока.